кличи. Лёня, Лёня, 1, 2, 3. Спать охота. Всем привет, отправляемся с вами на концерт Линды в Мумитроль баре. Но сегодня за день мы еще с вами порепетируем. Точнее, я вам покажу, как это происходит. Погнали. Тарам-тарам. Погода тепло. Точнее, погода хорошая, на улице тепло. Перевожу вам. Ну вот мы опять на репетиционной базе Лагранж, наша любимая. Здесь мы не только смогли репетировать с Индиго, но еще и с Линдой. Порепетировали, отлично, вспомнили что-то новенькое, я уже немножко вам даже сплил, как новенькое, не новенькое, старенькое. В общем, сейчас перенесемся с вами уже в завтрашний день и едем на саундчек. Так, ну вот все, стартуем сегодня уже на сам концерт. 2 февраля, а новогодние эти, как его, украшения города еще не убрали, прикиньте. Видите вот этот бар Жигули? Вот. Говорят, что именно здесь и началось это пиво Жигули. Сначала разливалось здесь, а потом уже вышло на прилавки магазина. Вот такой вот интересный факт. Смотрите, живые медведи. Товарищи гитаристы, сейчас покажу вам вашу боль. И вот эти стеки, они держат круглый год. Прямо они в снегу стоят, под дождем, пофиг. Здорово. Красавчик. Что-то крутится. Вакханалия на сцене. Сейчас надо тут прибраться. Как обычно. Все самое важное уже тут. Так, перед чеком сегодня нужно поменять струны. О, сальса, сальса, самое главное. Щучьи котлетки. We'll be right back.
И на этом как бы должно быть и все, потому что концерт закончился. Но я забыл, что завтра мы едем в Королёв. Поэтому мы продолжаем с вами движение. Делаем сейчас опять киношную вот эту склеечку. И наступает следующий день, и мы едем в Королёв. Выезжаем на чек в Королёв. Ну и остаемся там, естественно, до концерта. Сейчас за мной пацаны заедут. Здравствуйте, между прочим. Дайте я за вас подержусь. Мы сегодня в дуплекс. А? Человек сегодня в дуплекс. Королёвский дуплекс. Нормальный такой клубешник. Ну отлично, сейчас будем наводить порядок, как всегда. Короче, пока я не поставился, решил зайти в гримерку, вещи положить. Смотрите, какая красивая гримерочка. Ковер. Прям клуб дуплекс, прям огонь. Подвезли партию витаминов. Два ящичка личи. Лёня, 1, 2, 3, раз, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 1, 2. Немножко витаминов перед ужином, немножко личи. Ужин с подсветкой, да, Паш? Не, я просто на чай думал. Не. Вот правильный набор должен быть в туалете, в гримерке. Энтеросгель, гамиавокс, салфетки, освежитель, пушок снять со всех мест, ну и самое главное. 12 ночи, выход в 12.15, это, короче, очень сложно, спать охота. Ну, понеслась. We'll be right back.
император начинающий. Бля, такой, включи, я такой, ща. И пошел, но мне пока сет. Короче, сейчас такой кипиш был. Я, оказывается, куртку с кредитной карты своей забыл в этом, в зале. И мы сейчас всем клубом не могли полчаса ее найти. Но нашли ее в гардеробе. Причем говорили, что никто никого не сдавал, а когда мы начали вместе со мной прошманывать все гардеробы, она резко появилась. Вот же магия, да? Ну, это будет не сильный урок. Чуть не родил. Вот наконец-то я и дома. Трипчик закончился. Я весь на нервах. Сейчас буду отдыхать. В общем, спасибо, кто досмотрел. Подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите прошлые выпуски. Они такие же и еще интереснее. И увидимся в следующих видео. Всем пока!